Друзья, всем привет, с вами Димон, вы на канале Все Китай. У нас сегодня будет последний опыт эксплуатации в этом году. Xiaomi Redmi 4A. Как я и обещал, как только выйдет нормальная прошивка, я сделаю опыт эксплуатации. Да, друзья, я попользовался данным смартфоном на кастомной прошивке 10 дней. Потом я перепрошил его на мультиром, еще 7 дней пользовался мультиром прошивкой. То есть все отлично, могу ее рекомендовать, потому что перевод 100%. Есть Google, есть все, то есть ничего не вылетает, приложение установлено. Есть обновление по Wi-Fi, очень хорошая и добротная прошивка. Я, в принципе, все узнал о данном смартфоне и хочу сегодня поделиться с вами. Первое, что мне понравилось в данном смартфоне, это его сборка. Она здесь просто шикарная. Да, это пластиковый смартфон, задняя крышка полностью из пластика. Я думал, все будет скрипеть, люфтеть. Но нет, друзья, сборка идеальна, ничего не скрипит, не люфтит. Я думаю, даже разобрать данный смартфончик будет проблема, потому что сборка идеальная. За дизайн плюсик или минус я ставить не буду, потому что, знаете, это мнение субъективное. Кому-то нравится, кому-то нет. Как по мне, неплохо, но уже этот дизайн мы видели, он немножко уже приевшийся, да, это... Три кнопки снизу, все стандартно. Плюс рамки, они как бы большеваты. И да, данный смартфончик чуть больше, чем Xiaomi Redmi 3. У меня есть чехол на Xiaomi Redmi 3. Я его еле натащил на данный смартфончик. То есть он чуть выше и чуть шире. Но в принципе дизайн за свои деньги ок. Всегда во всех своих обзорах и опытах эксплуатации я говорю о разговорном динамике и микрофонах. Здесь все отлично. То есть здесь громкий, хороший разговорный динамик. Я все слышу. Он четкий даже в очень шумном месте. Вы хорошо будете слышать собеседника. Здесь два микрофона, и они хорошие. То есть собеседник меня слышит хорошо, отлично, нареканий нет. То есть как звонилка данный смартфончик очень хорош. Основной динамик здесь реально можно поставить хороший жирный плюс, потому что он громкий, четкий. Кто не смотрел сравнение с моей Zen 3, я вам так скажу, он круче, он реально намного круче, вызов вы не пропустите, даже можно музыку послушать. Если бы данный смартфон стоил где-то $130, я бы так сказал, динамик шикарный, даже если бы он стоил 150, я также скажу, что он шикарный. Но данный смартфон стоит $90, и динамик здесь просто вау. Также в наушниках у нас все отлично, громкость отличная, есть такие, знаете, намеки на бас, но мы понимаем, что это бюджетный смартфончик, ожидайте прям вау эффекта не стоит, все, конечно, зависит от ваших наушников. У меня Xiaomi капсулы, неплохо, реально неплохо, слушать музыку можно, отвращения нет, все очень даже добротно. Дисплей, у нас здесь 5 дюймов, разрешение HD, он хороший, неплохой, но, к сожалению, не хватает яркости, это максимальная яркость, друзья, хотелось бы чуть-чуть повыше, реально повыше, минимальная здесь. Вау, отлично, то есть ночью, ну реально, ну ничего не видно, друзья, ночью очень хорошо читать там книжки, лазить в интернете, то есть все очень хорошо. Да, есть рамки эти черные, но бог с ним, да, пускай они есть, также рамки большие в самом телефоне. Да, это еще нормально, простительно, но главный минус это то, что у нас появляются разводы при нажатиях. Вот такие вот хорошие тетрисные разводы по краях у нас появляются очень даже заметно. То есть у нас здесь стоит, ну, очень дешевое стекло. То есть очень дешевое, да, даже я клеил стекло, друзья, ходил чуть больше 2 недель за данный смартфон, и все равно оно прожималось. Кому интереснее, посмотрите мое сравнение с моей Zen 3, я там все показывал, потому что даже наклеенное стекло не спасает. Мы нажимаем, и появляются большие, огромные разводы. Это хороший минус данного дисплея. Камера у нас здесь на 13 мегапикселей основная и на 5 фронтальная. Что могу сказать? Основная просто шикарная. То есть за свои деньги, даже если бы он стоил $120, она шикарная. Вот реально очень хорошая камера здесь стоит. Видео пишет у нас Full HD, есть автофокус. Ну, видео, конечно, среднее, но вот фотографирует шикарно. Макросъемка одна из лучших, учитывая стоимость данного смартфона. Мой Zen 3 просто отдыхает, реально отдыхает, здесь камера решает конкретно все. Meizu даже рядом не стоял. То есть, друзья, кому интересно, посмотрите сравнение с Meizu N3S. Камера здесь шикарная. Но фронтальная, к сожалению, средненькая, чуть, скажем, слабее, чем Redmi 3. То есть такая, да, есть, для скайпа сойдет, селфи только при очень даже хорошем освещении будет норм. Все остальное, ну, средняя-средняя фронтальная камера. Производительность. У нас здесь установлен 4-ядерный процессор Snapdragon 425. Он хорош, все летает, претензий нет, но хотелось бы 430, было бы поинтереснее. Но мы понимаем, что 430 установлен в Redmi 4 и данные смартфоны, ну, не должны конкурировать. Итак, друзья, тесты на кастомной прошивке, с которой он приехал из Китая, Antutu 36620
24. После перепрошивки стало чуть меньше, 36 375. Но это прям небольшая погрешность. Но вот дальше стало все интереснее. Бонсай 1984 балла и 28,3 FPS. После перепрошивки стало 2083 и почти 30 FPS, 29,7. То есть очень даже хорошо. Но что самое интересное, стало прирост в батарее. То есть на кастомной прошивке из сайта AliExpress было 6168 баллов, как бы очень средний результат, но после перепрошивки стало аж 9395, то есть прирост очень большой, в целом неплохо. Что могу сказать, все работает отлично, быстро, шустро, даже на кастомной прошивке у меня не было никаких проблем. Вылетов там, ошибок, все летало, то есть игрушки почти все идут на минимально-средних настройках, то есть Асфальт Экстрим идет на минимальных настройках, танки можно выставить на средний-минимальный или в принципе даже на средних, можно получить стабильные 30 кадров в секунду. Да, немножко греется, скажем, здесь возле камеры, но это не критично. То есть не критично, батарея где-то 38 градусов максимально, что мне удавалось разогреть ее, только 38 градусов, это в принципе немного. В целом 425 хватает для всех задач, то есть учитывая ценник данного смартфона до 90 долларов, это, наверное, одно из лучших решений сейчас на рынке. Батарея, друзья, здесь у нас установлена хорошая, качественная батарея на 3100, я проверял, она здесь реально честная, емкость все супер. То есть к Meizu Xiaomi у меня всегда претензий нет. Они устанавливают честные, хорошие батареи. Кто смотрел сравнение с Meizu M3S, тот знает, что данный смартфон очень даже живучий. Там у меня еще стояла кастомная прошивка, то есть даже на ней все было отлично. Но после перепрошивки прирост составил где-то 2%, и данный смартфончик живет очень хорошо. Итак, голые цифры, друзья. Максимальная яркость, одна сим-карта, Wi-Fi, игры, 5 часов 10 минут. Очень хороший результат. Если Xiaomi Redmi 3 набирает всего-то 6 часов, но там батарея 4000, а здесь батарея на 3100, и данный смартфон набирает 5 часов 10 минут. Это очень хороший результат. Видео, друзья, максимальная яркость, одна сим-карта, видео в HD качестве без Wi-Fi и 3G, 7 часов 10 минут. То есть результат очень даже хороший, Meizu проигрывает полностью. Благодаря процессору, да, друзья, процессор здесь очень энергоэффективный, и данный смартфон живет очень хорошо. То есть при активной работе мне хватает его на один день. Это игры, ютубчик, звонки, один день с головой. Можно растянуть на полтора дня, то есть запас есть. Также еще хотел бы добавить, что у нас блочок зарядки идет только на 1 ампер. Но данный смартфон поддерживает 1,5 ампера. То есть если стандартная зарядка заряжается за 2 часа, то 1,5 амперная заряжается за 1,5 часа. И это очень даже хорошо, так что учитывайте данный факт. Ну вот и все, друзья, что я хотел рассказать о данном смартфоне. Это мой опыт эксплуатации, это лично мое мнение. То есть в целом данный смартфон мне понравился. Есть свои минусы, есть свои плюсы. Но главный минус — это дисплей, потому что это Xiaomi, это 90 долларов. И мне не хотелось бы видеть смартфончик с дисплеем, который прожимается, появляются разводы, и хотелось бы чуть выше яркость. Но если вы готовы мириться с данным минусом, то покупайте хорошее стекло Nilkin или Makola, клейте на данный смартфончик, и у вас будет все хорошо. Потому что у меня было галимое стекло, которое полностью не перекрывало, скажем, грани боковые, и да, оно прожималось. Но если вы купите хорошее, адекватное стекло, то я думаю, все будет хорошо. Потому что у данного смартфончика самые оптимальные, скажем так, характеристики и цена. То есть за данную цену лучше, в принципе, нет вообще. Я могу рекомендовать данный смартфон, но покупать, друзья, это уже лично ваш выбор, стоит или нет. Ссылки, где можно купить данный смартфон, я оставлю в описании под видео. Если вам понравилось данное видео, то не жалейте лайков, пишите свои комментарии, отвечу на ваши все вопросы. Всех с наступающим, всем пока!